Всем здоровеньки, с вами Динк, сегодня мы с вами глянем на Star Wars The Force Unleashed, который вышел в 2008 году, и он у меня запустился со странным разрешением, а разрешение экрана я не нашел, как бы, ага, почему? Потому что его нету, понимаете? Его просто нету. Вот, как бы, ну, давайте начнем новую игру, что ли, я не знаю, как это будет писаться, ну, окей. Можем играть за храм джедаев, татуинов, да, что такое? Это компания, серьезно? Ну, я хочу The Force Unleashed. Ученик. Давным-давно в далекой-далекой галактике появились они, звездные воины. Ага. Значит, The Force Unleashed. Мазафака. Раскрытая сила, спасибо. Galaxy is on the brink of total darkness. The evil galactic empire was ever the old republic and now holds countless world in the grips of fear. Что-то там, галактика была в опасности, почти все рыцари джедаи были истреблены, лишь немногим из них удалось спастись от имперских войск и скрыться на просторах галактики. Имперские воины... шпионы императора обнаружили на Кашике, на Кашаке, родной планете Вуки, одинокого рыцаря джедая. На его устранение отправлен лорд ситхов Дарт Вейдер. Вот сейчас будет мясо. Ой, наверное. Так, как же долго это все. Тан-та-тан-тан-та-тан. Тан-тан-тан-тан-та-тан-та-тан. Тан-тан-та-тан-тан-та-та-та-тан. Вот это графен был на тот момент. Посмотрите на эти текстуры. Что это за трава? Что это? Что? Ору просто. Ну да ладно. Графика тут приличная, в принципе, для тех времен. Это все-таки 2008 год. Я скажу честно, у меня она лагала в тот момент. Вот серьезно. Я скажу честно, она даже сейчас у меня выдает под 25 кадров. Да. Но зато мы можем бегать и ходить. А еще у нас, вы заметили, да, что у нас просто дальность прорисовки просто космическая. Посмотрите, вот я сейчас отошел, да? И вон там вон текстурка пальмы просто насыщается цветами. Это просто охеренно. Можем взять вот так вот нашего великого, клона и херакнуть его мечом. А потом отпустить. Гениально! Так, ну да ладно, давайте мы уже поближе подойдем к ним. Это у нас вуки, да? Надо расхерачить вуки, походу. Такс, давай. Хадукин! Окей, отлично. Ну, разрушение, конечно, топовое. Для тех времен. Но трава это... Это срузис, ребята. Это просто кукурузис, да. В Крузисе такая же трава была. Угу. А какой плащ у нас? Атмосферный такой, посмотрите. Тан-та-тан! Тан-тан-та-тан. Боже. Окей, так. Не понял. А куда мне? В смысле? Походу, мне вот сюда. Наш Дарт Вейдер почему-то не научился бегать. Ну да ладно. Зато мы умеем ходить. Музыка я убавил, ребятки, потому что все-таки авторские права, от LucasArts мне не нужны в роликах. Вот. А тут она, как бы, заглавная тема Star Wars играет. Ну, разрушение тут, вот смотрите, то есть деревья рушатся, вуки падают, все, крови никакой нет, они падают как болванчики. Что-то на уровне Battlefront 2. Battlefront 2 того времени, не подумайте. 5-го, что ли, года, вот где-то, да. Вот на таком вот уровне. Примерно такой же движок у этой игры. Только разрушение немножко добавили они, прикольные.
Не знаю, почему он в тот момент она лагала, но...